А это, знаете, плитка, кстати, не пожелтевшая. Это цвет такой у плитки. Это плитка не пожелтевшая, это у нее цвет такой. Вход в зал. Какое-то освещение непонятно. Тут вообще дырка в потолке. Тут непонятно, зачем эта дырка там. Свет так сделан. Честно говоря, ну ладно, пойдет, конечно, но больше, чтобы ребенок добрался. Так, все так липко прикручено, ужас. Двери вот такие остались. Не животное дома было, все пошкарябало. Ощущение, что здесь вода была. Сырость. Это желтые пятна. С окон, видимо, страшно дует зимой, потому что тут все пытались скотчем заделать в щели. С окон, видимо, сквозит сильно. Видимо, пытались все окно заклеить скотчем. Видимо, тут сквозняки, возможно, окна придется все менять. Что сквозняки, видать, сильные здесь. Видно следы просто от скотча. Вот след от скотча, пожалуйста. Все по периметру, все было скотчем поклеено.
заходишь, сразу проваливаешься, прям видно. Прям видно, что здесь яма. Дверь входная красивая. Кладка такая оригинальная. Люстр. О, мамочки, какой тут запах лука. На 80 литров, да, эта махина? Ну... Она за полость цепляется. Супер! Она полышка рябает? Круто! Иди сюда. Вон тапки оставили. Да я вижу. Тапочки оставили. Меня больше поражает, что дверь так сделана. Жесть. А где домойчики? Включатель сюда. С кухни. Вырезали. В шкаф прям.
Тут такой вид, что правда какой-то скелет сейчас выпадет где-нибудь. Да, совсем нормально. Здесь яма вообще огромная в полу. Нам такую плиту оставили, они тут пользуются, говорят. Они плиту тут пользуются. О, боже мой. Вот, смотри, вот это вот они специально снимают, потому что да, это компьютер не работает. Понятно, круто. У них, видимо, знаете, вот здесь вот окно продувает. По всем комнатам окна, видимо, продувает, потому что везде следы от скотча по всем окнам. А вот здесь, видимо, продувает сильно, потому что здесь скотч был приклеен. И там в комнате также скотч был приклеен. Прикиньте, я так вот заклею скотчем, то есть я зимой уже окно не открою, получается. Чтобы сквозняка не было. Зима-зима. Ну, в крайнем случае, закажете, окна поменяете. Ну, может быть, как-то можно эту прокладку просто поменять, знаете, вот это вот. Можно вызвать чаржей. Вот, чтобы герметичная была прокладка. Такая кухня. То есть кошки с собаками отодрали кусок обоев, и они вот так замаскировали то, что кошки отодрали, да? Чтобы незаметно было. Я сниму, она уже готова слезть, уже я могу одной рукой сейчас. А отцу это жалко, он говорит, это же дерево. Ну пусть забирает, пожалуйста. Нет, не надо.